Всем привет-привет, с вами ваша дружная, замечательная семья. Сейчас будем кушать. Так, я думаю, хватит уже о них. Как да, я думаю, уже? Конечно, они в высоком монтаже зашли. Не лик, не лик. Ладно, сама переключу. Я сама тут переключаюсь. Все. Освободите место. Хорошо. Согласно расписанию. Понятно. А, согласно купленным билетам. Так. Поехали. Согласно купленным билетам. Васильевич один хочет таблетку. Васильевич, тебе один таблетку? Одну котлетку. Ну, он одну котлетку. И это... Нет, вот так сейчас я положу. Так, травку, чтобы всю съел. Тебе две, три? Две. Ну, потом еще пойти. Я, конечно, вот это тоже не съем. Ну-ка. Так, здесь у нас котлеты домашние, да, говядина, свинина. Да, конечно. Как, конечно. Если котлеты так дома приготовлены, значит, бумажные. Домашние. Ну что, тоже. Галя, ты что, не можешь отвернуться, что ли? Опа. Опа. Две. Одно. Потом лучше вечером. И сейчас так. Жарко. Жарко. Дальше поехали. Дальше наши дети. Вот это маленькое я полю тут. Маслиц. Да, это. Жарко. Вся мокрая. Галя. Как лягушка. Так, это... На, эти положи вот эти вот. Такое блюдо. Белушка, вилка. Ой, ноги длинные уж такие. Тебе ложку, вилку или там есть? У меня там вилка есть, мне не надо. Значит, я вилку возьму. Так. Сейчас. Подожди, да, маленько. Да. Так. Ой, не могу, надо закрыть. Зачем? Окошко что? Ай, я как-то убила это. А, проветривание. Что, воды, а чаю, ну, думай, что? Да у меня есть, сэр. Так, я тогда водички налью. Понятно. Пойди. Так, вот, туда, вот туда. Вообще-то я тоже стесняюсь, не хочу. Поклюю. Что вам надо? Хлебушек? Румянчик. Так, сколько там? Одна? Ни одной мало. Кого? Салфетки? Салфеточки. Какие я салфетки? Куда еще? Или я возьму. Целая куча. Ой, порвала. Ой. Приятного аппетита. Да? Всем приятного аппетита. Котлеты домашние собственного приготовления, ой, говядина, конечно, свинина, помидорки тоже домашние, да, собственных помидорных этих. Она у меня упала какая-то. Помидорка-то упала. Ты куда упала, помидорка? О, она что-то вся эта разрезалась. Ну-ка, пробуйте. А вкусная? Котлетки. Вкусная это получилась начинка. Кого? Начинка вкусная. Ну, начинка там-то рис, отварной, да. Сливочный сыр.
И звонок. Котлетка неплохая. Это вкусненькая. Это свинина и говядина, правда, вкусная. Конечно. Не, нормально. Можно покупать. А там женщина передо мной попала. Хлебушек берите вот там. Да. Вот там и черненькие. Потом их там. Она говорит, я как лучше тут беру. Вкусненькие, ну правда. В общем, вот эти вкусные. Там еще я взяла чисто от говядины. Вот там взяла 6 штучек. И вот горбушек котлетки. Но вот почему-то они рыбные котлетки. Они такие вот пузатенькие. Не вкусные, как обычно мы берем. Горбушек. Попробуем. Чем толще котлета, тем больше сочности должна быть. Попробуем, если нормально, а то будем брать там. Помидорки вот пока яли недолго. Не но уже такие мягкие. Начинку можно любую делать. Можно рис. Вот это, это мясо. Нужно творог, что хочешь. Так, вот бежит ключом. Так, едим травку. Травка полезная. Травки надо мне. Мало едим травки, надо больше. Все как видимо, так, кушать, пока возможно сидеть. Травка вкусная. Я еще туда котлетку жарила. Стоп, выделился. А еще полила соком. Так что, не обманули. А я хотела 6 штук взять. Она мне наложила вон сколько, вот только эти штуки. Я говорю, куда? Ты хороший подарил. Толкает все. Ну, сидите там, кушайте, покушайте. Ну, ладно. На то она и продавец, чтобы покупать. Нет, бывает, что такие, знаешь, вот как амебные стоят. Злые. Потому что... Пока было, ничего не могут показать, не сказать ничего. Пока было утро, человек еще в состоянии. Ближе к вечеру уже усталость. Знаешь, такой человек. Усталость все это. Какая усталость, он сам по себе такой человек. Знаешь, хоть... Ну, там, убить вечером. А горит нифига. Котлетка, сытная котлетка. А вот это вот. Вот тут травку делаю, что там будем доедать. Это я трещу. Полотенце сохнет. А сейчас там. На глазах сохнет. А мукра обмываешься. Будет легко. Хорошо. Гали надо еще приготовить суп твой. Зелень на рыбку потрошу, а потом уже помыться. А помидорка мягонькая. Что-то я наела. А я это кофе выпила. Таня, вот этот сулбунник. Он мягкий. Ничего, котлетки. Ну, он всегда бывает. Слышишь? Всех съесть тебе положить, бать? Да, я говорю, это не есть. Я тоже уже наделаю. Если на меня не смотрите. Так. Жару. Вот это котлетка.
хорошо, Игорюша. Слушай, Игорюша, прости большого. Только не шире. Ну, правильно. Шире нам тебе не надо. Тебе только абсурд. Шире рать, я бы зато уже... В рост. В рост. Уже ты не будешь рать. Ты уже вырос просто. Угу. Мужика в больницу привезли. Сколько их? 8 МЧСников поднять не могли. Затаскивали. Ага, 214 или 216, он сказал, килограмм. Ну, конечно, такой вес тяжело. Тяжело ему, по-моему, тяжело. Он говорит, никогда не был, это самое, говорит, худой был, как блин, а тут, говорит, начал. Здесь ездил, в областную ездил в больницу, везде все анализы, все. Не знаем, что ты это, растёр. А если... А потом он говорит, я так додумал, книжки, интернет. Сердечник и сопоставлял, нет. Или эндокринная система нарушена у него. Все. Ну, кажется, говорит, это я вам, мужики, так скажу. Раньше, говорит, это самое, мы ели, говорит, всю свою пищу. Говорит, ели все, у нас иммунитет выработался на эту пищу. А сейчас в последнее время, говорит, начали это самое. А сейчас химия пошла. Ну, от магазина до всего своего не держим ничего. Покупное. Вот как начал покупное это, брать это. А здесь-то надо. И говорит, помоли, и вот начала его бомбардить. Нет, вот, хотя завтра... Тут из-за этого. Давай. Лучше самим делать. Ладно. Мясо, допустим, накрутим тоже. Во-первых, тоже там непонятно, какое мясо, чем оно было кормлено. Делать. Согласен. Ну, вот это вот, роста, да все, это... Гормоны роста? Да. Ну, и, видимо, у него это... Ну, что, ну, все я... здоровое, все, ну, медики говорят, сами даже не знают. Проблемы что-то. А он сам вывод сделал. Поэтому... 216, 214. Ну, да. Все-таки еще пища играет вторую. Поняла. До этого, говорит, любил пиво ведрами. О, пиво, понятно. Нет, говорит, ну и не полнел ничего. А сейчас, ну, говорит, а потом до поры до времени, тем более еще и возраст. А сейчас не пил ничего. Какой у него возраст? Женские гормоны употреблял. Да, а пиво-то тоже. И живота возраст. Сейчас его прет, он не пьет. Ну, это до поры до времени, все это манчара-манчара, как говорится. А понятно, понятно, никакого здорового образа жизни не было. Да ему еще полтинника, наверное, нету. Пил даже. Ой, ну, 60. Пивасик, попей-ка, да еще, наверное, курил. Да еще с пивасиком, наверное. Мяско. Сухое там что-нибудь тоже вот это такое. Не, ну, говорит, все начал, все бросил, говорит. Ну, так, ясно дело. Проверялся. И все бросишь. А что сейчас, говорит, это... А теперь как аукнется, так откликается. Ну, наелась. Еще и на вечер хватит. Ну, тут я сварю, чтобы завтра. А то вдруг свет у нас отключат, чтобы у нас был супчик маленький. У нас, когда это самое, молодости-то. Пивзавод работал, вот это вот таежное, там, бархатистое пиво было. Ну, я вот, допустим, не любитель пива, я его как-то и не любила, я его не понимала. Горькая какая-то ерунда. Горькая гадость, да, лучше да, класс. Да, гадость это. Хлеб на сваводе делали. Ну, это, знаешь, это редко, когда качественно. В основном-то это ширпотребь идет, да, бодяжа это. Кто тебе нормального налил? Ну, сейчас давно в основном сейчас и в деревне не делают. Не качество, а количество вот это все гнали. Так же, как квас, вот раньше в бочках. Раньше... При Союзе все-таки какую-то марку держали, раньше не буду называть портвейном, хотя вот марки, вина не буду, какие, да.
Делается он с второй пережимки винограда, то есть первая уходит сок на вино, вторую пережимку делали. А там потом последнее время, короче, вот эти вот порошковые закваски, вот эти готовые химические там мешали, даже ничего там не остался, только виноград. Отец, вина, давай представим вина, просто это... Не такого вина. Ранетка нормальные вина остаются в этих, я согласна, смотри, ранетка, вот раньше делали вино, вот остается в теплых странах, в южных, нормальное вино, а весь у нас это, все было сюда, к нам местное. Ну, хорошая никто тебе не отдаст. Это тут всякая ерунда, да. Это все... Красивые бутылки вот тебе, да, на прилавке. Да, и это вот на экспорт, все это на продажу. На чтобы на... продать вот эту ерунду, и мусор. И разливуха вот эта была, ты помнишь, тоже брали, подходили, разливуху, такая же вот она, ерунда. Все витамины наши вот эти вот. Ага, какие? Это не витамины. Так тебе, но... Были. Ну, ни порошки, ничего, все, ой, наша плохо. Ранетка отжатая. Да, и если бы ты сам со своей ранетки поставил вино, дело другое. Целые сады, эти самые обещики вон гоняли, не давали ни поесть, ничего набрать. Угу. Если бы ты сам делал, что на этот, на... А ты не даешь хлебушек. Да, все как надо. А сейчас все это ерунда. Главное, красивую бутылку, и все, покупатель видит. Да, продавали просто так, как квартал. От аэропорта вот это вот сейчас застроено до деревни, все. А тут такие сады были. По дороге до Абакана, вот, например, едешь, вот эти квас стояли. Поля, желтые бочки, сейчас уже нету такого. Желтые, вот да, эти бочки. Вот стояли, выставляли эти. Это я еще застал много-много времени, да. Останавливались машины, посмотрите, вот у нас трассы. На трассе несколько точек с бочками. Люди едут, оставляют... Бочка 900 литров она. Да, вот эти желтые бочки. Желтая бочка. И там останавливались сразу вот эти полторушки, вот когда еще только пошли пустые. Люди набирали, притом много останавливались. Много, кто кружками пил, кто бутылка, кто банки пак-пак, кто что. И в принципе в этих бочках оно было неплохое. Да, квас был таки нормальный. Вот. Их мыли квас, так же, как обычно, все промывали. Нормальный был квас. Такой дрёный, хороший квас был. А сейчас невыгодно это. Нет, я имею в виду это на точках вот так стоять. Вон сейчас в магазинах весь этот дешманский спирт. Раньше вот мороженое, ты помнишь, бумажные стаканчики, эти деревянные эти палочки, и они накладывали в эти стаканчики, весовое было. Угу. Не в таких вафельных стаканчиках, а вот так они сразу делали. Нет, этого. Сейчас вафельные стаканчики вообще там, как эту жуешь ее, она ретина, она подмокнет, и вот она как жвачка.